В районе Бронкс убито уже 5 человек. Убийца отправил в полицию 2 письма, в конце которых стояла подпись «Сын Сэма». Почему ты не сказала, что взялась за старое? Ты получаешь извращенное удовольствие. Нет. Унижая меня. Джун Ли опубликовала свой первый роман в 28 лет. Страх только в твоей голове. Да? Говорите. Пошел вон, чертов извращенец! Кто там? Жара продолжает изматывать город. Отстаньте от меня! Новое письмо убийцы обещает еще больше крови. Кто-то терроризирует меня звонками, и мне страшно. Пиши, чтобы не сойти с ума. В городе опаснее, чем дома. Вы ничего не заметили, глядя в окно? Может, это повод выйти? Из трущоб Нью-Йорка. Сразиться со своим страхом. Что, если страх возьмет верх?